Если ты хочешь, чтоб тебе просто так подарили новенький iPhone, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Allplay, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами начнем играть с игрушки Draw to Smash Toilet Puzzle, где нам нужно будет разгадывать различные пазлы. К примеру, в этой игрухе нам нужно уничтожить два скибиди-туалета. Сейчас мы с вами делаем что-то наподобие скобы, нажимаем на вот этот блок, и два скибиди-туалета у нас, конечно же, погибают, мы их с вами завалили. Таким вот образом нам нужно устраивать ловушки для скибиди-туалетов, желательно прямо на голову им что-то бросать. Ну и, конечно, тут есть такие скибиди-туалеты, которые должны быть спасены, которых мы трогать не можем. Вот, например, самого мелкого, вот этого самого нижнего, мы трогать не можем. Поэтому уничтожаем двоих верхних, а он остался у нас жив-здоров, он там посмеялся. Мы с вами пока проходим дальше. Следующая задача. Давайте попробуем ему на голову что-то сбросить. Отлично, успели, кстати. Вот этот беленький, его мы не трогаем, а черного нужно нам уничтожить. Было, что мы и сделали. Хорош, следующая задача. О, так, а тут я даже не знаю, что сделать. Наверное, тоже что-то наподобие вот такой вот. Может, даже буковки нарисовать. Одного. Хоп, и второго, да, тут пока все хорошо. Видите, нам нужно было одного и второго завалить. Мы с вами это сделали. Двигаемся дальше, следующий левел, что тут? А здесь у нас есть три скибиди-туалета. Посредине этого мы с вами трогать не можем. Но зато двоих верхних, конечно же, подбили. Уровень опять пройден. Давайте еще где-то два левела пройдем. Попробуем. Тут тебя завалим. Этого оставляем. И последний, 40-й уровень на сегодня. Что там нам нужно будет сделать? Так, а тут мы с вами просто вот так вот двоих тоже. Ба-бам! И они тут же погибли. Круто! Прикольная игруха, кому нравится, ставьте лайки. Следующая будет Мистер Тиви Мэн. Сперва я предлагаю поменять скин. Тут у нас есть несколько скинов. Давайте мы с вами выберем. Кстати, тут даже вот новые скины появились. По 1000 монет все они стоят. Мы с вами, возможно, попозже их прикупим. Ого, тут даже еще больше появилось. Походу, у нас произошло какое-то масштабное обновление. Давайте мы с вами возьмем вот этот последний скин. За него сыграем. Уровень у нас 41. Нам нужно уничтожить скибиди-туалеты. Играем мы с вами за Человека-паука. Камерамена. А уничтожать нам нужно скибиди-туалеты. Уровни тут бывают иногда сложные, иногда не очень сложные. Но этот у нас вообще был плевый. Мы с вами пятерых уничтожили монстров и заработали 50 монеток. Давайте двигаться дальше. Следующий левел. Тут у нас их уже будет, конечно же, побольше. Давайте будем двигаться вот сюда вверх. Двоих сейчас я подбил. Вау, тут их много. Вверх мы с вами попадем. Вот еще одному в голову нам нужно попасть. Еще 4 скибиди-туалета где-то тусят, ребят. Нам нужно как-то их, короче, остановить. Так, вот один. Я прям вижу. И вот сюда вот пониже нам нужно опять, походу, запрыгнуть. Давайте сейчас мы с вами сюда запрыгнем. Получай. Так, и это у нас второй. Вверху мы с вами всех зачистили. Теперь нам нужно пониже опуститься. Там еще два где-то будут. Так. Никаких пока ловушек нигде нету. Вот у нас тут есть уже первые шипы. И вроде как все. Пониже опускаемся. Нет, это тоже не то. Нам нужно в левую сторону, значит. Давайте сюда попробуем перейдем. Раз, два, три. Опа! Нет, ребятки, не опа. Не так-то просто его завалить. Так, нам нужно как-то постараться его все-таки кокнуть. На! О, теперь мы его подбили. Сейчас подождем, пока этот лазер прекратит работать. Прыгаем вниз. Сюда пониже. Чуточку пониже. И давайте на другую сторону переберемся. И вот, о, не-не-не, стопорики, капец, я только что погиб. Ребят, давайте, наверное, мы с вами с нижнего начнем. Тут как-то внизу, мне кажется, эти туалеты более серьезные, их сложнее убивать. Ах, фу, вы смотрите, где я остановился, прямо на этом вот лазере. Совсем немножко оставалось, но все-таки я вроде как выжил. Хорош, одного мы с вами завалили самого главного. Сейчас попробую еще пониже тогда спуститься. Так, спускаемся вниз, еще вниз. Теперь на другую сторону, опять вниз. Тебя завалим! Все этого самого сильного чувака, который в прошлый раз нас уничтожил, мы с вами уничтожили уже. Он нам не помеха больше. Так, а здесь вот у нас есть новые скибиди-туалеты, с которыми нам нужно сейчас тоже постараться сразиться. Одному на голову, другому на голову. Осталось еще три. Сейчас вверх, сюда, опять в голову. И осталось последних два туалета.
Походу, вот первый, вот второй. Сейчас мы с вами быстренько давайте их завалим. Так, на раз. И теперь нам нужно повыше взобраться. Сейчас, давай быстрее. Раз и раз. Все, ребят, наконец-таки этот уровень мы с вами прошли. 50 монеток опять заработали. Было, ребят, немного посложнее, чем в прошлый раз, но тем не менее прошли. Давайте сыграем игрушку Camera Clash. Возможно, это один из самых прикольных мерджей. Нам нужно, ребята, прокачивать и создавать различных новых героев. Пока что у нас герой 11 уровня. Мы с вами можем покупать других пока героев, объединять их и в результате получать кого-то нового. Но смотрите, у нас есть несколько скинов 7 уровня, мы их с вами объединили, у нас есть уже 8 уровня. Объединяем 9 уровня, объединяем 10. Таким вот образом мы с вами будем создавать армию наших скибиди-туалетов, камераменов, прошу прощения, которые будут сражаться со скибиди-туалетами. Ну и давайте сыграем. Уровень 18, тут в конце будет у нас босс. Нам нужно его подбить. Когда мы нажимаем на желтую кнопочку, то наносим уже интенсивнее, то есть быстрее начинаем стрелять и уничтожать этих противных монстров, противных скибиди-туалетов. Тут их периодически будут они обновляться, будут меняться. Иногда они будут прям очень сильные, иногда не очень. В этот раз, по-моему, мы с вами справились без затруднений. И будет у нас как раз-таки босс, походу, где-то здесь появляться. Так, нам нужно сейчас срочно его мочкануть. Где же этот босс? Это, походу, вот этот мелкий босс? Такой маленький босс? Да, это был совсем маленький босс, который тут же был повергнут. Хорош, давайте сейчас создадим мы с вами нового монстрика, следующего уровня 12-го, и сыграем за него. Итак, объединяем 9 уровни с 9-ми, 10-й с 10-ми, 11-й с 11-ми, и вуаля, у нас новый монстряка, ребята, вот он, и за него мы можем играть. А, тут у нас вообще бонусная миссия, нам нужно просто, походу... просто, ребят, нам нужно уничтожать вот эти вот, даже не знаю, как это правильно назвать, урны, наверное, да, с деньгами. С них выпадают монетки, и эти монетки мы с вами, конечно же, будем подбирать. Ну, наверное, сейчас этот бонусный уровень я все-таки пройду, и попробуем еще один сыграть, нормальный уровень, и там сразиться за наш новый скин. Прикольно, он, кстати, волной прям бьет. Сейчас давайте, пускай у него восстановится полностью уже энергия, и опять мы будем за него косить. Это тут уже самый-самый главный. О, отлично, мы с вами, походу, все вот эти вот штучки побили, заработали 2 миллиона 100 тысяч, и давайте играем уровень тогда, где будет у нас босс, возможно, 20 уровень, нет, тут босса не будет, тут будут простые скибиди-туалеты, вот они уже новые, видите, новые скины тут нарисовались, этих туалетов, они уже более уронистые какие-то, и очень хорошо, что мы с вами прокачали наш скинчик до 12 или до 11 уровня, да, круто, и... Это, походу, ребят, какие-то камикадзе. Вот они прям очень быстро на меня нападают. Наверное, когда они ко мне подойдут, то не взрываются. О! И! Еще чуть-чуть осталось. О, да, ребят, мы с вами их завалили. Отлично, этот левел тоже пройден. Хорош, играем в следующую игру. Это будет Head Monster. Тут у меня открыто несколько скинов. Давайте мы выберем вот этот скин. Нам нужно, наоборот, играть за скибиди-туалетов. Нам нужно уничтожить... Камерамена. Одного камерамена уничтожаем, и вот уничтожаем второго камерамена. Нормуль. Тут мы играем на стороне как бы зла. Так, дальше. Следующий уровень. Ну, тут все довольно-таки просто должно было быть, но не тут-то было. Мы проиграли, тут пилы не мешают. Давайте мы с вами выберем одну вот эту ракету. О, нет. А сейчас давайте выбираем ее. На, бабахнули. Наконец-таки уровень прошли. Тут нужно было все делать очень быстро, я немножечко расслабился. Но в целом, вроде как все сделал правильно. Так, иди сюда вниз, в сторону, и бабам! Тебя мы тоже уничтожили. Дальше двигаемся. Тут что за задание? Здесь я знаю, что мне нужно сделать. Мне нужно так вот просто пробурить. Бабам! Падает кусок деревяшки, и все эти вот камерамены погибают. Так, что тут? Тут нам нужно, походу, разбить просто стекло. Пам! И глядите, какой у нас произошел взрыв. Просто все бабахнуло, все погибли. Дальше. Колесо, наверное, нужно сперва сбить. И теперь нам нужно подбить камерамена. Привет, чувак. Думал, убежишь. Думал, спрячешься. Но не тут-то было. Ребят, давайте еще один уровень пройдем. Тем более, тут у нас какой-то уровень с боссом. Нам нужно все это быстренько вот так вот поразрывать. И нет. Ладно, давайте еще раз. Получается, что я в щит ему ударил. Мне нужно его ударить со спины. И вот таким вот образом мы его с вами все-таки добили. Хорошо, играем в следующую игру. И это у нас будет Hide and Seek.
Добрались до 48 уровня здесь мы с вами. По-моему, 48-49 пройдем, или, возможно, 50-й, и должна у нас локация немножко поменяться. Здесь у нас все какое-то такое огненное, типа апокалипсиса, да? А, возможно, будет что-то другое. По-моему, через каждых 10 уровней у нас тут все это будет меняться. Ну, сейчас посмотрим. Нам нужно все-таки еще этих несколько левелов пройти. Так, пока ускоряемся. И вуаля, 48-й мы с вами проходим. Нормально. Что там дальше будет у нас? Что нас будет вообще ожидать? 49-й. Ну, ладно. О, у нас тут скин поменялся. Итого, мы пока с вами продвигаемся дальше, осторожно, тут бочки всякие падают с радиоактивными какими-то изотопами, нам нужно птичку найти, опа, а нет, чуть-чуточку, полножки, маленькое количество, маленький кусочек ноги у нас выдвинулся из этой птички, и, к сожалению, ребят, мы с вами подорваны были, ну ладно, сейчас дальше попробуем пройти, сейчас тут еще подойдем, птичка, птичка, птичка. О, тут мы с вами стали нормально. Двигаемся дальше. Тут только монетки и опять бочки. Хорошо. Походу финиш уже. 49 уровень у нас пройден. И давайте заценим, что-то у нас поменяется или нет. Ну, в целом тут у нас есть возможность открыть шапку за рекламу. И открыть новый скин тоже за рекламу. Нет, 50 уровень у нас еще ничего не меняется. Возможно, 51 поменяется. Ладно, бежим дальше. Он пока не выдвигается, этот скипди-туалет. Еще деньги подобрали. Походу, это просто бонусный уровень, И нам нужно только добежать. Машина вон проехала, я за нее не спрятался. И просто прошел дальше. Ладно, давайте просто заценим, поменялась ли у нас обстановка или же нет. У нас открывается новый скин камерамена. Тоже за рекламу, деньги забираем и смотрим. Да, видите, как я вам говорил, у нас поменялась обстановка, и у нас тут уже чуть-чуть все по-другому выглядит. Ладно, сыграем эту игруху попозже, давайте сыграем Toilet Strike. Сперва нужно посмотреть, или можно тут что-то прокачать. Можно самолет, вертолет прокачать и наши навыки. Нет, пока ничего не прокачиваем, значит просто играем. Нам нужно сейчас либо нашу базу сохранить, либо нам нужно здесь сбить... Давайте ракеткой бомбанем. Либо здесь нам нужно сбить противные скипди-туалеты, которых тут много, очень-очень много. Так, что-то я, короче, расслабился, ребят. Хоть бы еще и не проиграть прям с самого начала. Тут нужно целять именно по этим монстрам. Ой, они меня подбили, да блин, как я так простофилился. Нужно прям целять по скипди-туалету. Давайте еще по этому скипди-туалету мы с вами сейчас будем гасить. На, еще один скипди-туалет. Мы с вами можем уже ракеты бомбануть, но я ракеты хочу прям в группу большую подбить, когда они тут появятся. Так, получай ты, немного я перегрелся. И вот у нас группа пошла. На, хорош, мы с вами эту группу завалили. Что, выстоим, нет? Походу, последний. У меня, правда, очень мало здоровья осталось. Ракетка. Ну, чуть-чуточку подбила, но не полностью. И вот это, походу, реально уже, ребятки, последний будет скипди-туалет. Мы его добиваем и этот уровень проходим. Да, совсем немножко здоровья осталось, но, тем не менее, этого хватило. Ладно, теперь смотрим, что-то прокачать можем. Давайте прокачаем опять защиту нашего вертолета. И сыграем еще один уровень. Тут уровни у нас будут отличаться друг от друга. Ну вот, к примеру, этот уровень нам просто нужно скипди-туалеты подбивать. Что я как раз-таки и делаю. Привет. Где-то здесь вот у нас должна была скоро вот эта вот плюшка появиться, эта ракета. Вот она. На. Ба-бам! Всех завалили. Дальше продвигаемся. Понизу. Понизу, понизу, понизу. Этого тоже чувака понизу давайте бьем. Кстати, у меня здоровье довольно быстро израсходовается, походу, да? Походу, меня нормально тут прессуют, я вам честно признаюсь. Еще два туалета осталось. Нет, не два, вон еще внизу один. И добивай быстрее, 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 быстро. Мы его добили. Ху, ребят, походу все. Нет, не все. Капец, уровень еще не пройден. Ребятки, нам придется это все переигрывать. Ладно, в следующий раз прокачаю вертолет и пройду этот уровень. А сейчас давайте сыграем Hero Battle. Ну и вот наша с вами армия наших скибиди-туалетов, камераменов, которую мы, конечно же, с вами будем сейчас прокачивать. Сперва давайте крутанем вот это колесо, получим каких-то бонусов немного. Что это у нас? О, один скибиди-туалет, давайте еще крутим это колесо. Сейчас нам выпал другой скибиди-туалет, ну и давайте третий раз крутанем колесико, посмотрим, что с него выпадет. 99 кристалликов мне подогнали, отлично. Ну и теперь можно, конечно же... Еще получить каких-то новых героев.
Так, погнали, старт. Махач. Махач начинается. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю, ребят, купить еще несколько камераменов, чтобы улучшить наших лучников. Наших стрелков. Раз, два. Так, ты сюда. Раз. Ну, не хватает денег. Сейчас мы с вами попробуем это все улучшить. Уровень еще один пройден. У меня тут очень хорошо прокачаны мои герои. В этом мерджи. И так, еще одного камерамена. Соединяем, соединяем. И вуаля. Нет, еще не соединили. Еще нам нужно несколько новых лучников. Но пока, в принципе, тоже справляемся. Кстати, тут у нас есть босс. Я все его никак не могу пройти. Я его уже бил, 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 бил. Не знаю, сколько раз. Вот, здесь, видите, я всех боссов уже завалил. Все они тут погибли от моих рук. А вот последний, кстати, какой-то прям очень сильный. Ну, давайте раз сразимся, чтобы вы посмотрели, что он действительно очень и очень сильный. Вот видите, прям всеми силами я его гашу. И никак не могу подбить. А, вот совсем чуть-чуточку только я в него здоровье убрал. Как я сказал, мне, наверное, нужно прям очень основательно прокачать моих скип-детулетов и камераменов для того, чтобы завалить этого последнего босса. Он реально очень сильный, его, ну, невозможно просто так с легкостью уничтожить. Ну и последняя игрушка будет Toilet Fight Open World. Погнали, ребят, попробуем тоже пару уровней пройти. Я наношу 66 единиц урона, ни много ни мало. Если зажимаю щит, то наношу прям 7. Ну, чуть-чуть, конечно, поменьше. Но тоже нормально. О, меня мочканули. Да, сложно. Так, этого завалил. За раз. Сейчас прям целую гурьбу. Нету тоже один. Пока подходит, я его тоже завалил. А тут будет, походу, уже какой-то гигант. Да, вот гигант, и нам нужно сейчас его засветить. Мы его засвечиваем. Че, прошли этот уровень, да? Походу, да. Ну, все темно, конечно. После обновы. Неудобно играть в эту игру. Двигаемся дальше. Так, тут у нас будут опять какие-то новые. Одного засветили. О, а здесь будет у нас босс. И босса мы с вами тоже засветили. Но это был мелкий босс, но тем не менее. Так, кстати, мы с вами справимся. На, за два удара я его вынес. Но у него мало здоровья было, поэтому, в принципе, без труда я с ним и справился. О, вот этот чувак, я его очень не люблю. Он постоянно бьет, его только щитом можно завалить. Походу, да, походу уровень у нас опять пройден. И глядим, ребят, ну чё тут? Все? Да, все, хорош. Где-то уже скоро будет у нас босс, походу. Где-то через уровень, через два нам нужно будет сражаться с боссом. После победы над этим боссом мы с вами переходим к следующей локации. Отлично, еще одного гиганта я подбил. Интересно, что там будет за босс, как мне нужно будет его уничтожать. Чё, все что ли? Да, этот уровень пройден, ладненько. Давайте еще, короче, ребят, мы с вами... Ну, давайте пройдем этот уровень еще один. Посмотрим, если не будет босса, то... То значит не будет. А если появится босс, мы с вами попробуем его подбить. У нас 37, правда, здоровья, это очень мало. И глядим. Пока босса нету. С этой стороны еще два вышло, мы их с вами засветили. И здесь, к сожалению, ребят, пока босса нет, мы с вами просто проходим карту. И вот мелкий босс появился. Мелкий скип-детулет. Но мы его тоже мочканули. Кстати, мой гигант очень и очень сильный. И именно из этого гиганта я чаще всего и играю.